Да, проходите, постойте немножко. Проходите, следующий. Угу. Введение препарата прошло согласно протоколу. Вакцина введена полностью всем добровольцам. Через 30 минут у них начались, после введения вакцинации, начались осмотры. Доктора уже проходят, их осматривают. Добровольцы чувствуют себя хорошо. Стандартная ситуация. Помощь, помогаем, чем можем. Просили добровольцев, почему не помочь. Все отлично, обычный укол. Не боль, ничего не чувствую. Ну нет, почему? Обычное дело, обычный укол. Я ничего в этом такого героического не вижу. Готов морально и психологически. На все 100. Дальнейшие наши действия будут производиться согласно протоколу, утвержденного Минздравом. Добровольцы будут осматриваться врачами через 30 минут, 2 часа, 6 часов и 12 часов в течение первых суток. У них будут собраны жалобы, осмотрено место введения препарата на предмет появления покраснений, припухлости, болезненности. Проводится термометрия регулярная, измерение давления, частоты пульса, частоты дыхания, аускультация легких, осмотр зева. Мы с ними здесь все время. По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента, которые сегодня прошли вакцинацию. Введение вакцины проведено под контролем наиболее опытных специалистов госпиталя Бурденко, ранее неоднократно принимавших участие в проведении клинических испытаний лекарственных препаратов и вакцин. Через несколько дней после проведения всестороннего обследования и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины будет проведена иммунизация оставшейся части добровольцев, которые в настоящее время также находятся на изоляции под наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко.